За этим высоким забором, судя по указателю, музей белорусов. Вот только встречают гостей не хранители экспонатов, а собачий лай. Музей находится в Хосте на улице Следопытов. На участке больше чем в 3000 квадратных метров большой двухэтажный дом с мансардой, беседками и колодцем. Разобраться с назначением объекта в администрацию обратились местные жители. По заявлениям сочинцев, им мешают ночные вечеринки с шашлыком и громкой музыкой на этом объекте. После проверки был подан иск в Хостинский районный суд об освобождении данных объектов с муниципального земельного участка. Эти объекты должны быть снесены, так как разрешение на эти объекты администрация города Сочи не выдавала. Более того, оказалось, что так называемый музей белорусов не входит в реестр музеев города Сочи. Ведь прежде чем назвать коллекцию предметов музеем, согласно закону, нужно проделать большую работу и зарегистрировать экспонаты в Министерстве культуры. Есть немало частных коллекций. Много в этих коллекциях предметов, которые могут называться предметами музейного значения. Однако не всякая коллекция может называться вот таким громким словом «музей». Большинство людей вот так вот легко называют свои коллекции, свои выставки словом «музей». На самом деле таким образом они, ну, косвенно хотя бы, но нарушают закон, потому что не соответствует вот это слово, ну, содержанию этого музея. Информация о том, как посетить музей белорусов, в интернете найти не удалось. В билетных кассах или экскурсионных компаниях о нем ничего не знают. Так что уловка собственника выдать незаконное строение за музей теперь будет предметом судебных разбирательств. Слушания назначены на 19 сентября. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.